что-то сегодня, если честно, задора прям совсем нет. Наверное, из-за тоски по стримам, по Коху хочется стримить, но, если честно, уже надоела сама картинка, то есть хочется все-таки купить себе видеокарту и спокойно-спокойно играть с красивой графикой. Вот. То есть вот это, ну это было бы классно. Вот это мне хочется. А, соответственно, то есть продолжать в том же качестве работать, ну, как-то не очень. Надоело. То есть что-то хочется каких-то перемен. Они вроде начались и вроде все хорошо пошло, а и потом не хочется останавливаться. Хочется уже показывать, ну, как-то стримы в более хорошем качестве, чтобы там самому, во-первых, смотреть. Адольф Тайлер начали игру, давайте его стримить. Тайлер начали игру. Это интересно. Ага, во, все. Максон и Тайлер против Магиканина и Джова. Ну что, господа, наконец-то. Наконец-то у нас с вами полуфинальная игра. Мы с вами убираем инспектор, NVIDIA инспектор, и погружаемся в мир Company of Heroes. Вот как-то так. Да. Карта у нас лесная переправа. Вермахт у нас Go Hard Like Tyler, Go Hard Like Maxon. Оба за вермахт. И американцы и Советский Союз. Магиканин Джов. Команда Спарты против команды Go Hard Like. Будет, конечно, интересно. Интереснейший матч. С удовольствием посмотрим. Ну и давайте, наверное, как-то серьезно прокомментируем его, потому что... Ну, Вам потому нужно что все-таки подождать. полуфинальная игра. Ребята старались, ребята не старались. Свипл, приятного стримера, приятно смотреть. Привет, Маз, приятного зрителя, приятно приветствовать. Привет, Свипл. Приятных людей, приятно вообще всегда смотреть, видеть, общаться. Привет. Привет, 2 минуты убери. А, спасибо. Да. Периф надо убрать. Во, все. Периф я убрал. Все, я убрал. Туда-сюда, сюда-туда. Да, все хорошо. А, в общем, надо было еще этого Галустяна повесить. Я же сегодня образованный стример. Саперы ждут приказов. Вы так образованный стример. Готовы! А, Грейп, о, а ты сам смотришь отдельно от Адольфа? Привет, Грейп, конечно. Привет, Грейп, конечно. Ты, по-моему, заходил сегодня. А, да, я отдельно от Адольфа смотрю. Зачем мне Вам Адольф? нужно что-то построить Я или же могу взорвать? смотреть отдельно. И транслировать отдельно. Ну, видите, вот графон не очень, да? То есть из-за видюхи. А, вот, соответственно, хочется перемен каких-то. Грамотных перемен, но Саперы скоро, нравятся мне надеюсь, они наши. наступят. Не в этом месяце, так в Да, следующем товарищ. точно. По крайней мере, я на это рассчитываю. В общем, ладно, от слов к делу. Ребят, полуфинальная игра. Вышли довольно-таки сильные Готов команды. выкидывать. Команда Спарта и команда Go Hard Like. Напомню, что команда Спарта это ребята, которые играли с топами, с американской топовой командой, с французской топовой командой. В общем, со всеми топами, которые вообще есть топы в нашем комьюнити Company of Новый объект Heroes. к бою готов. И, соответственно, то есть это довольно-таки сильные-сильные игроки. Да, отлично. Интересно, а можно через эту щелку пройти? Вот, мне кажется, нет. Вот эту вот щель, вот можно через нее пройти? Или нет? Или Пушка нельзя? Мне заглажена. кажется, нельзя.
Вот, все, в общем, забаррикадировали центральную точку у нас совета, то есть ближайших там минуты 2, 3, 4, 5 у нас не будет возможности у немцев взять эту точку, по крайней мере, легко. Вот как-то так, без продакшена играют у нас советы, в Т1 оба пошли у нас вермахта, и оба у нас пошли игрокам, точнее все четверо игроков пошли по флангам. На правом у нас воюет Магиканин и Go Hard Like Тайлер, и на левом воюет Джофф с Максоном. Да, в общем, вот так вот ребята решили. То есть, вот я, например, часто здесь люблю на этой карте играть через один фланг со своим противником, особенно если вы играете, допустим, на ладере в автоматическом подборе с незнакомым вам человеком. То есть всегда лучше идти на один фланг вдвоем, потому что, по крайней мере, ну, не ваш противник, так вы его точно укрепите. А если ваш противник отдаст фланг, да, и не дай бог ваш прожмут, то получается вы просрете обе позиции. А так хотя бы, ну, вы одну стабильно держите, а вторую там более-менее отжимаете. Накапывают у нас укрепление из мешков с песком Магиканина. Магиканин спокойно стоит, держит свое топливо, держит звезду. Все ему нормально, он никуда не торопится, ему и торопиться-то некуда. Вот, то есть, ну, просто встал, стоит, ждет. Ему-то какая разница, время-то сейчас работает на него. Тут МГ-42. Естественно, желательно сделать еще и миномет. Да, ну и пошли флангование. Флангование довольно-таки интересно флангует здесь Магиканин, смотрите. То есть, зашел с такого стыла и потихонечку, то есть прожимает, не сразу всем скопом налетает, а потихонечку. Немцы здесь тоже ушли в глубокую оборону. Прессингует Джофф. Прессингует Джофф. Так, ой, минус отряд гренадеров, хорош. Вот делает первый фраг у нас Магиканин, заставляет отступить МГ-42. Ну вот и все, собственно, поиграли. Вот и поиграли, да? И весь фланг уходит у нас к советам. Весь фланг уходит к советам. Очень сильно продамаженная пехота. Да, естественно, вынужден в такой ситуации Тайлер заказывать медицину. Медицина заказана. Немножечко будет по развитию отставать сейчас Тайлер. Ну, Максону пока тоже не удается Джова переиграть. Довольно-таки это тяжело сделать. Здесь у нас Магиканин в доме, Магиканин на патронах, Магиканин везде, Магиканину осталось только вот эту точку взять. Но, кстати, лишней не будет. МГ-42, естественно, задача прожать, и пионеры вермахта аккуратно. Новобранцы фокусят пионеров. Да, все правильно. Смотрите, какой микроконтроль Магиканин показывает. И надо выходить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Теряет отряд новобранцев. Ну, в принципе, ладно, ничего не поделаешь. Теряет. В любом случае, сейчас довольно-таки долгое время Магиканин продержал своего соперника без ресурсов. И Т2. Т2 от Магиканина. Магиканин понимает, что сейчас лучше на... То есть лучше всего будет играть именно от обороны. Соответственно, он свой фланг защитит. Давайте посмотрим, что у нас на левом фланге. Джофф воюет, М20, здесь гренадеры, МГ. И смотрите, не пускает гренадеров. А, вот пустил. Ай-яй-яй-яй. Ой, хорош, посмотрите, что делает. Ой, хорош. Здесь едва не теряет гренадеров. Максон, еще М20 подъезжает вплотную к гренадерам. Какой здесь фокус фаер, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это, конечно, вот это, ребят, серьезно. Это серьезно. Здесь Джофф прям очень хорошо чувствует своего противника. Лейтенант отбрасывает силы противника. И Джофф вообще спокойно, просто хладнокровно берет свои позиции. Ничего ему вообще не мешает здесь спокойно воевать. Как рыба в воде, можно сказать. Подошли инженеры советов.
Хороший демедж по МГ-42. Здесь какой, просто что творит, мы говорим, что за твою, ты посмотри, что делает. Ну, зафокусить последнего гренадера, неужели потеряет? Нет, уйдет. Доминирование просто, дикое доминирование по карте. Дикое доминирование, я не знаю, круто, я не знаю, мне очень нравится игра. То есть очень здорово играют ребята. Вы знаете, вот прям хочется побыстрее видеокарту купить, чтобы вернуться к стримам, показывать вам такие же красивые игры. И 120-й. Ой, малыш, какой тяжелый. Ну, надо это тащить, поставить. И просто давать просраться вообще немцам. Окончательно закрепиться на позиции. Продакшн Т2 технологии. У одного вермахта, у второго пока ничего нету. Блобом уже ходит здесь у нас Талер. И сюрприз, часто лучшее оружие закладывает у нас Магиканин. Хорош, 120-й как работает. И приходится, видите, постоянно подвижно играть здесь вермахту. Не постоишь особо в укрытии, то есть это, естественно, на руку будет новобранцам. Какой просто дикий дэмэдж выдают. 120-й миномет. Здесь по-прежнему без изменений на левом фланге. Там все стабильно. Да, и вы знаете, 120-й делает минус еще МГ-42. Охренеть, просто как играют. Джофф уже спокойно поехал М-20 на фланг. Помогать Магиканину. Молодцы. И минус еще расчет гренадеров. Зафокусить и забрать. Ну, не, смотрите. Ой, хорош 120-й. Что делает 120-й? Что творит? Просто невероятно. Ребята, ну Магиканин. Ну просто детка. Ай, какая красотища. Просто молодец. Armored Car. Естественно, не панацея. У нас осталось 200 очков. И 200 очков на 9-й минуте остается у немцев. Это, ну, я не знаю, ребят. Ну, конечно, команда Go Hard Like хорошо играют, ребята, безусловно, но... Здесь видно, по классу все-таки команда Спарта переигрывает. Здорово. Мы несем потери! Бункер переоборудован в станцию срочной медпомощи. Хорош. Подствольные гранаты. Все здорово. Я даже потерял дар речи. Маза, на каких настройках стоит графон? Ну, я поставил средние, но некоторые убрал до минимума. А стримил ли я предыдущую Талера? Да. Да, постримил, но я все игры вот до полуфинала стримил по одной. То есть каждую пару я отдельно постримил, ну просто, то есть показал, какие игроки играют. Мне, во-первых, самому так интереснее было, а во-вторых, ну, я думаю, вам тоже. То есть нам-то не принципиально, кто там выиграл, нам просто посмотреть уровень игроков, чтобы, может быть, вас... Какой хороший! Зафокусить гренадеров, но очень слабый дэмэдж у бойцов второго эшелона здесь. 120-й имба. Ну, практически свипл. Практически имба. Практически, да. Ты знаешь, ну, да. Ой-ой-ой, минус пионеры. Все. Очень-очень большие потери у вермахта. Гигантские. Вышли в Т2 технологии. Окей. Все здорово. Отлично. Но проблема в том, что сейчас делать с Катюшей. Что делать с Катюшей? Да ничего не сделаешь. И я думаю, Катюш сейчас будет как минимум, может быть, даже и две. Потому что, по моему глубокому мнению,
Бояться тут нечего. Шерман от Джова. Сейчас еще и Шерман приедет. Вот, а Шерман, естественно, убьет всю легкую технику. Ну и наращивать вот эти механизированные мускулы будет очень просто. Хорош. Вы знаете, Шерман показывает себя очень классно. На двух флангах сразу воюет здесь Джофф. Магиканин пока предпочитает оставаться на своем. Фланги здесь не потерять, не потерять. Ну и Магиканин, можно сказать, такой армию поддержки идет. То есть минометы, Катюши. Основной ударный кулак, естественно, будет за Джовом. Доступно отмечание техники. Хорош, минус МГ-42, можно забирать. Твой предшественник умер как герой. Уходит в зеленку новобранцы. Ну и пока что никаких задумок интересных нету. Немцев. Немцы берут ПАК противотанковый, ПАК 40. Ну и в целом, я вам так могу сказать, учитывая, что увидели Шерман немцы, сейчас, конечно, нужно оборону развивать вокруг ПАКа. То есть ПАК, дальше там МГ, гренадеры, и просто сейчас стараться двумя держать, наверное, либо один фланг, ну либо хотя бы там центр и левый фланг. То есть так будет намного проще. Потому что силы противника позволяют, как видите, уже на двух флангах воевать. То есть здесь явно нужно объединяться Максону и Таллеру. И развивать именно вот оборону, заставлять противника ошибаться. А это у них, мне кажется, должно получиться, потому что постоянно прессингуют союзники. Кажется, вы хороший командир. Готово. 70 очков остается у нас у немцев. И надо срочно что-то делать. Сейчас на самом деле самое правильное, что можно сделать, это взять центр и взять левый фланг. Встать обеим вот именно на эти позиции и все. М8 вызывается такуча. Ну, не знаю, насколько это правильно или неправильно. Естественно, тут вообще любой юнит будет правильный у союзников. Ну, потому что доминирование, ничего, никаких там каких-то угроз серьезных нету. Все довольно-таки, все стабильно, все прикрыто. Все хорошо. Противотанковый ПАК. Дымы включают М20. Ну вот и все. Да, 500 на 39 в сухую берут эту игру. В сухую берут эту игру у нас Магиканин Джофф. Как бы там ни было. Хотя вот есть шанс сейчас, конечно же, не в сухую проиграть. Выходит у нас большой выход. Ну, вот тут же артиллерия, конечно, останавливает все это хозяйство. Да, нет, все-таки, мне кажется, сухой не будет. Вот вопрос. Да, ну, быстрее, беги, беги, быстрее, 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 быстрее. Просто зайти. И... Ну, зачем ты... Да, есть, все, не будет сухой, ребят. Теряют у нас точку слева немцы. Ну, вот, собственно, да. И 2Т-34-85 приезжают. На поле боя. Поиграл недавно в Call of Duty World at War. Там такие смешные Т-34-85. У них такие огромные дула. Минус пак противотанковый. Отлично. Но классная игра, безусловно. Какое-то ответвление от классической Call of Duty. Ну, классно вообще. Вот были времена, а? Вот были игры.
так все развивалось, всякие эксперименты делали. Сейчас как-то поставили на какие-то рельсы и все, все одно и то же. Каждый год одно и то же, одно и то же. Так, бойцы, последняя проверка. Же Call of Duty неинтересно. Придумывать такие сюжеты, сценарии, бред вообще. А финал сегодня свипал, говорит? Ну, я надеюсь, что сегодня отыграю. Да. Отлично, вот просто вот так вот. Молодцы, ну просто, вы видите, какой скилл? Просто вообще вот... Вот так вот прям выжимают. Прям об колено ломают. Я не знаю. Жесть. Это, я не знаю. Я вот когда смотрю, как Серега играет с Джоуом, я вообще в шоке. У меня такое ощущение, что... А кто их победить может? Да, такой вопрос. Кто вообще их сломил? Или как Тайсоны просто так месят. Давайте сохраним повтор. Семифинал. Семифайналс. Не-не-не-не. Спарта. VS Go Hard Like GHL. Семифайналс. G1. Горлокин пишет в чате СК2 ТВ, не затащили. Ну, Горлокин, молодцы, вы хорошо все равно играли. У вас вот начало мне понравилось. Вы довольно-таки агрессивно начали в первой игре, мне понравилось. Энгрейд великолепно, да еще и с неслабой Тимой, которая играет каждый день. Ну да, это правда. Молодцы, молодцы. Где конфетка, Маза? Горлокин, какую конфетку? Вам вы хотите конфетку? А ты нас стримил, Верф Майфайр, говорит. Ну, первую игру я постримил. 16-минутная катка. Да, здесь 16-минутная катка, это правда. За участие, хорошо, сделаю я вам конфетку. Давайте за участие выдадим Горлокину. И с тобой же Верф Майфайр играл, да? Подожди, кто у вас там играл? Лейтенант Кирин и Джедавин. Давайте сделаем, сделаем. Значит, смотри, Горлокин и Джедавин. Ой, Горлокин, Джедавин и лейтенант Кирин. Выберите одну любую раскраску, каждый себе. Выберите любую одну раскраску техники, но только одну. То есть либо на один юнит какой-то. Выберите любую. Я вас поощрю сегодня. Вы молодцы. Вы молодцы. На мандаринку. На мандаринку. Давайте, вот Горлокин, Верф Майфайр. Давайте, вам сегодня за участие я выдам мандаринку. Выберите любую, и я их накупил тьму просто. Да мне не нужна раскраска. Ну, останешься без раскраски, чё. Сиди, блядь, и без раскраски сиди, чё. Аналогично. Смотрите, вы попросите мандарины, а потом от них отказываетесь. Как вы так можете вообще? Совести у вас нету. Развели меня на мандарин, а потом такие, да, и пошел ты нахер со своим мандарином. Мне гранат. Дай мне генерал СБ-4 в Earth My Fair. Сейчас посмотрю, если он у меня есть. Сейчас. Если он у меня есть. Серег, начали. Окей. Стримлю. Так. Сейчас я посмотрю. Пока, ребята, я сейчас сделаю себе чай, не чай. Инвентарь сейчас посмотрим. Я не знаю, если есть. Если есть, дам. Если нет, не дам. Если есть, дам, если есть, не дам, да? Все правильно же сказал, да? Так, ща. Так, он у нас... Сейчас, у меня, знаешь, какой есть?
С СУ есть, не с СУ. А с Б4 у меня нету. У меня нет с Б4. Вот так вот. Настоящих нам уже надавали. Нету Б4. На стриме у Go Hard Like такая ругать пипец. Еще бы. А что у меня есть? Я тебе покажу тебе, что у меня есть. У меня, знаешь, кто есть? У меня есть командир с... У меня есть, смотри, командир, где Ил-2, бомбовый удар, ИСУ-152, метка, гвардейцы и маскировка. Короче, у меня есть КОХ-2 Soviet Commander Mechanized Support Tactics. И есть еще CH-2 German Commander Lighting War Doctrine. Где с этим, с геверами и с как его, с танком Тигр. И есть у меня Conscript Support Tactics, где с этими, со штрафниками, с призывниками, с ППШ и с заливкой. Они сейчас и вторую могут проиграть, разлад в команде, Endgrade говорит. Ну круто. Где мой гранат? Какой гранат? Парни, новая серия сериала «Викинги» вышла. Я не знаю, что это за серия. Вы смотрите сериалы? Какой гранат? Где гранат? Что? Какой гранат? Что ты хочешь? Вот конкретно скажи, что ты хочешь. Обойдется без граната. То фрукты. Я ему даю, понимаешь ли, а он не берет. А потом говорит, где мой гранат. Ну, затроллили вы меня, конечно, окаянные. Так, ну что, обновить список. Ну-ка, окрестности Феминвилля. Следующую запустили уже. Спасибо, Маза, за предложение. Да без проблем. Не, ну я вам предложил, вы не отказались. Серега говорит, что ждем противника. Ну, раз они ждут противника, я пойду себе сделаю чай. Ой, ой, ребята, что-то так нехорошо с вами. Сидишь, не работаешь. Отдыхать тоже надо, ребят. Отдыхать надо. Так что отдыхаем. Отдыхаем, пацаны. Отдыхаем, отдыхаем. И ничего не делаем. Вот эта курица получше была. Я сегодня сварил другую курицу, да? Получше в плане джея будет. Но ее надо сегодня съесть. Как я точно знаю, потому что иначе будет потом беда. Ночь не посплю. День не посплю. Сейчас. В Ашане такие классные есть эти коробочки. Я в них чай все время храню. Покупаю чай, вытаскиваю из коробки и пересыпаю в эти баночки. Он такой стильный получается. Так, господа. Ну чё, ничего пока там не начинается у нас. Надо было вчера побольше вкусняшек купить, а я что-то не захотел. Мы начинаем, говорит Тайлер. И мы начинаем. Викингов только две серии, парни, в наличии.
Викинги, такое гоф, хочешь нормальный экшен, посмотри сериал «Спартак». Вот там реально боевик, не то что вяло викинги, то бла-бла-бла, два раза мечом помахали, опять бла-бла-бла. Я уж смотрел сериал «Спартак». Так что вот так вот. О, вы не смотрите сериал. Вы смотрите Company of Heroes 2 TV. Вот здесь то интересней. Вот посмотрите, поступ к Москве. Окрестности там всякие. В общем, нет пока никакой игры-то. Спартак говно. Что это значит? Я вообще-то раньше-то смотрел, ну, болел за Спартак. За команду это самое. То по футболу-то, конечно, Спартак сильный были. Цимбуларь, Робсон. Кто там у них еще-то был? Хорошие игроки были. А еще, знаете, мне нравился этот футбол, который вот так вот, вот эти крутятся, ребята. Вот это было круто. Сергей Федоров, стартанули. Гле-гле-гле-гле-гле. Серега говорит, что стартанули. Ура! Спарта! Ура! Все, ребята, давайте. Семеновка! Ядрите ее батонами. Ну что, господа, всем еще раз привет. Вижу, что вы активно смотрите интереснейший стрим по турниру от канала sk2tv.ru. Футбол херня, сейчас молодежь сериалы смотрит. Маза стареет. Да, 30 лет. And great, дай ссылку на их стрим, пожалуйста. На какой стрим? А, это эти, которые Go Hard Like? Ты хочешь наганы их перевести в клан Рука? Вам, кстати, скоро придется активизироваться, Нагана. Целому клану. Так что готовься. Разминай свои орехи. Ну что, ребята, вот мы и дождались полуфинала. Команда Go Hard Like против команды Спарты. Он же Серега. Он же Магиканин. Он же эксперт. Со своим товарищем, с Джовом, против известной на весь сайт sk2tv.ru команды Go Hard Like. Поменялись у нас сторонами ребята. В общем, счет у нас 1-0 в пользу пока команды Спарта. И Go Hard Like вынуждены играть у нас с Советским Союзом против двух оберкоманда West. Ну, вообще, на самом деле, вот два оберкоманда West, мне кажется, это более чем оправдано. Вот сложнее, на мой взгляд, играть двумя вермахтами. Ну, опять же, на мой субъективный взгляд. На мой вот сугубо субъективный взгляд. 16-минутная катка дубль 2 с выпал прогнозирует. Возможно. Нельзя исключать. Безусловно, нельзя исключать такие как бы вещи. Можно сказать, играют фавориты. Можно и так сказать, Горлокин. Да я даже больше тебе могу сказать. Играют фавориты. Безусловно. Но посмотрим. Посмотрим. Итак, господа. Меня зовут Маза. Те, кто меня не знает, я стримлю эту замечательную игру. Под стримом вы можете найти все данные, с помощью которых вы меня можете поддержать. У меня беда, у меня вот сломалась видеокарта, сломалась система охлаждения. Она то хорошо работает, то нехорошо работает. Вот в данный момент у меня есть пока 2900 рублей доната. Да, столько денег уже надонатили. А второй момент, у меня есть еще и своих денег. То есть у меня где-то будет порядка 3000 еще. Это те деньги, которые я, в принципе, могу потратить на видюху пока в этом месяце. То есть, грубо говоря, у меня есть сейчас 5000. Потому что 900 рублей из доната я должен потратить на призовые для турнира, которые я потом объявлю. То есть, соответственно, у меня где-то порядка уже там 5000 есть. А стоит видеокарта на данный момент порядка 20 тысяч.
Вот. То есть, соответственно, осталось собрать всего 15 тысяч. Вот. Дальше нужны деньги будут у нас на новый процессор. Вот, и так далее, и тому подобное. Вот, в общем, если вам интересно, если у вас есть деньги, я вас призываю поддержать, потому что мне это интересно. И мне бы хотелось, чтобы вам это было интересно, чтобы вы тоже меня поддерживали. Вот, соответственно, если даже рублем вы меня не хотите поддерживать, то я вас призываю поддерживать плюсом на СК2 ТВ. Я вас призываю поддержать, подписаться во все группы ВКонтакте, на YouTube канал, на все эти самые, как их, на все там каналы, ресурсы и так далее. Чтобы я видел, что публика растет, что есть движение, что это кому-то интересно, по крайней мере. Вот, ну а дальше посмотрим. Вот как-то так, ребят. В общем, надеюсь на вашу поддержку, на вашу помощь. На самом деле, без вас мне будет реально тяжело, потому что, когда нет фидбэка, то ты не понимаешь, надо это или не надо. Или просто люди приходят смотреть только тебя. То есть, соответственно, если эта именно тема интересна, то ее, конечно, надо развивать. А если люди приходят смотреть только меня, то есть, то тогда надо просто менять концепцию. То есть, нужно тогда менять концепцию, нужно какую-то новую рубрику, которую бы там людям была бы интересна. Ну, как вариант. Вот. И, соответственно, безусловно, я пока вижу, что интересна именно рубрика Company of Heroes. Вот, то есть. Но также есть люди, которым интересны именно только мои стримы. То есть, неважно, что бы я там не стримил. Вот, в общем, пока что, конечно, преимущество в пользу Коха. Вот такие дела. В общем, ребята, призываю вас всячески помогать. Да, ну что, начинается у нас движуха. Не по-детски просто движуха. Зафланговать, наверное, захотел сейчас у нас Спарта, Джофф. Стоят у нас в обороне. Естественно, в более выгодной позиции сейчас немцы. Так как есть у них возможность пополняться около Т1. Т2 выбирает у нас Джофф, Т1 Магиканин. Ставит его в довольно-таки стандартном месте. Здесь у нас очень много новобранцев. Очень-очень много новобранцев. И постояли, постреляли здесь у Джова инженеры. Ну и все, собственно, отошли. Отошли. От обороны играют от у нас оберкоманда Вест, команда Спарта. Ну и пока им, в принципе, это довольно-таки удается легко, без каких-то там напрягов. Играют они через здание. Сюда почему-то советы не бросают молотов. То есть, естественно, здесь, ну, такая чисто классика, да. Пошли в атаку большим количеством пехоты, не дали молотов. А на самом-то деле его нужно было, этот молотов, бросить еще раньше. Штурмпионеры правильное здание выбирают. Не дают занять важное здание. Не дают занять правильные позиции. Очень сильно продамаженные здесь новобранцы. Отступили. Ну и, да, знаете, потихонечку немцы отбиваются. Немцы отбиваются. Это говорит о чем? О том, что сейчас пойдут в контратаку немцы. А вот контратаку, к сожалению, сдержать нечем. То есть контратаку сдержать нечем. Соответственно, ну вот как-то так. Минус отряд новобранцев. Потери. Тяжелые потери пока. Ну, неприятные, скажем. Не тяжелые, но неприятные потери несут у нас команда Go Hard Like. Объект захвачен. Играют без продакшена. Здесь нет трусов. В общем, короче, какая-то жесть. Потери отряда восполнены. Какая-то жесть. Да. Здесь штурмпионеры уже идут на позиции. То есть просто держит. Просто держит противника. Мины. Минендрайт. Закладывает у нас Магиканин. Вот как-то так. Обратите внимание, добивают еще раненых, то есть набивают опыт.
очень интересный такой трик. Штурмпионеры подошли довольно-таки опасное расстояние и просто вот этот блок расстреливают, я не знаю, ну, как, просто что-то невероятное. Граната на опережение, минус отряд, ну просто офигенно. Очень круто отыгрывают здесь немцы, очень круто, и вы знаете, советами я пока даже не знаю, что делать. Пехотой, чистой пехотой пока не получается справляться с противником. Отряд егерской пехоты у нас Гейвер 43. Настреливают издалека, вроде снайперов так таковых ребят работают. И у нас из Т2 Максим. А, извините, Т2 не из Т2, а просто выбирает у нас доктринный 120-й миномет Максон. Вот это хороший дэмэдж дилер сейчас будет, учитывая, что вообще немцы играют сейчас исключительно от обороны, то есть это будет более чем оправданный такой юнит. И Т3! Офигеть! Т3 ставит у нас Магиканин. Отлично! Ну просто что делает? Что творит? И вы знаете, центральная звезда остается сейчас полностью за немцами. Очень тяжело ее будет выбить. Очень-очень тяжело. В это время наверху забегание новобранцев. Берут новобранцы верхнюю звезду. И у нас Вуфрамен. Вуфрамен. Реактивная установка Вуфрамен. Сейчас в данной игре это более чем оправдано. Учитывая, что есть 120-й миномет. Все здорово. Да, и знаете, Т3 здесь очень круто укрепляет позиции немцев. Граната. Да, граната. И еще... О, штурмпионеры забирают новобранцев. Ой-ой-ой. Хорош. Заливка. И нет. Буквально чуть-чуть не хватает, чтобы забрать этот миномет. Здесь надо доконтролить Джову. Да, Джов доконтроливает, убегает. Ну и вы знаете, немцы здесь, конечно, смотрятся, ну, очень великолепно. Как видите, просто стоять, перестреливаться с немцами рядом с базой, такой вот номер, ну, не прокатывает, мягко скажем, да. То есть, естественно, нужно было бы выдать раньше молотов, забросать все молотовыми. Вопрос в другом, были ли ресурсы на это, да, то есть это уже, естественно, другой момент. Но вот все-таки тяжело. Опять же, можно было дать какой-нибудь damage dealer, типа снайпера там или М3. Вот. Это, кстати, как вариант. То есть в начале битвы 120-й здесь опасно заряжает. Да, все, просто отсекли сейчас ресурсы. И просто встречаем противника. Давайте посмотрим, что вот егерям дают за звезды. Повышение прочности брони за первую звезду. За вторую дают уязвимые для огня противника. Получают прятаться в укрытиях. А, медпомощь открывает первое ветеранство. Два следующих увеличивают броню. И снайперский статус увеличивает эффективную дальность огня. Дальность и... И третье, последнее ветеранство тоже на броню дается. Отлично. Вот видите, егерскую пехоту, то есть нужно воздавать сразу, чтобы она как можно больше набила ветеранство. Здорово. Что у нас получается по доктрине? Вызывает у нас пантеру, командную пантеру вызывает у нас Магиканин и вызывает у нас Оствинд и егерскую пехоту Джов. Отлично. Мне уже жаль Тайлера, но хоть меньше хамить может быть будет. Как-то написал им страту в комменты, что надо было делать. Только на хамство нарвался уж сильно зазнавшийся Тима. Ну, можно сказать, опустили с небес на землю сейчас Джов и Магиканин, ребят. Фольксгренадеры приняли пополнение. Но мне у них нравится игрок Максон. Мне кажется, вот он очень манерный и
доброжелательно. Так что не про всех я вот соглашусь с тобой. Там можно так сказать. Да, ну, собственно, ребят, тяжело. Тяжело, пока Зиса Барбариса... Да, Зис Барбарис появляется. Да, вот только сейчас. Ну, ничего. Хоть что-то противотанковое. В это время у нас уже Лукс настрелял 10 фрагов. То есть это довольно-таки серьезно. Ой-ой-ой-ой-ой. Хороший минус отряд. И Вулфрамен работает. О, хорош! Вот это было хорошо. Кстати, с первого выстрела застаканный отряд Зиса Барбариса выбил Вулфрамен. Ну, очень круто. Минус еще один отряд новобранцев. И советы растаяли просто как мороженое на раскаленном солнце. Здорово. У противника осталось 300 очков. 300 очков. Даже вот, даже не знаю, я сейчас подумал, вы знаете, все-таки как тяжело играть против грамотных, опытных немцев. То есть очень тяжело вскрывать вот эту немецкую оборону организованную. И насколько эффективен Лукс в руках именно вот экспертов. То есть вот эти все одиночные отряды он ловит просто на ура и вообще не отпускает. Кстати, 3 отряда уже убил Лукс. 22 фрага. То есть это просто жесть. Минен. Минен Берайт. Хорош. Да, еще чуть-чуть и забрал бы еще и Лукс этих гвардейцев. Ой-о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 й
тактику. Ну ладно, с другой стороны, в принципе, сделал много фрагов. Тоже уже полезно. Ну, заигрался, заиграл. У меня, кстати, тоже такая всегда ошибка. Я заигрываюсь настолько, что уже лезу там вперед, а на самом-то деле не нужно. Просто посадил Лукаса на какой-нибудь территории и все. Да, ну ладно. Вулфрам ему отъезжает. Есть оберсольдатан с этими самыми... С инфракрасными прицелами СТГ-44. Мне, кстати, нравится, что этот апгрейд, видите, он виден, по крайней мере. Повышение. Тяжело, тяжело сейчас Советскому Союзу, очень тяжело. 200 очков остается сейчас у Советского Союза, я даже не знаю, ну... Ну что-то кардинальное, нужно. Я бы на самом деле, может быть, даже второй миномет бы вызвал. От него бы было бы куда больше толку. У противника 200 очков. Повторяю, 200. Так, кидает хлорку. Кидает хлорку. И какой граната! Просто какая граната! Охрененно! Вот это магиканин дает. Сколько просто фрагов за каких-то там буквально несколько минут. Просто куча убийств. Да, мне кажется, это... О-о-о, еще 120-й отдаст. Вроде все нормально. Динамика в игре зашкаливает, ребят. Динамика просто нереальная. А, жаль, Магиканин не стримит. За 2 месяца один раз его видел ночью с Лемоном. Просто в салат, пишет Виторио. Вообще, в муку просто. Нет, так Магиканин со мной же стримит, Endgrade. Вот сейчас я видеокарту куплю, мы будем с Серегой стримить, все будем сделать. А, конечно, Серегу смотреть было бы от него интереснее, потому что, ну, посмотрим. Может, Серега поделится с вами опытом. Но он, на самом деле, и так уже много вам сказал, то есть, если вы переслушаете стримы, которые мы с Серегой делали, он очень много вам уже рассказал. Так что...
Но играть с ним, конечно, гораздо лучше. С ним играть гораздо лучше. Почему? Потому что вы с ним за неделю вырастите, допустим, с 7000-го места до топ-500. Потому что он вам объяснит самую основную механику игры, то есть основной принцип игры. То есть его на словах не передать. То есть его нужно именно чувствовать в игре. Оствинд. Красивая окраска все-таки. Фрамен уже по базе работает, просто невероятно, сметает все на своем пути. Да, ребят, здесь в муку вообще просто. Ни разу не попадал на ваш стрим с Магиканином, к сожалению, да. И как Маза вырос до топ-500? Верф Майфайр, ну мы с Серегой там, у нас топ-500 за союзников, по-моему. За советов. А как я вырос до топ-500? Ну, благодаря Сереге. Он мне все объяснил, как надо, как не надо. Ой, посмотрите, какая интрига. 23-485. Отлично. Езис Барбарис. Все хорошо. Отлично. Вот Т-34-85 это серьезно. Вы знаете, проблема в том, что здесь нет практически никакого антитеха. Есть одни несчастные шрекеры, ну, два несчастных шрекера. И больше нет ничего. И пантера будет только через минуту. То есть только через полминуты будет пантера. И сейчас нужно держаться. Полминуты терпеть, как угодно, но терпеть. Да, шреками, да, ну ничего страшного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, еще и заберут шреков. Ага, нет, отлично. Вот и все. Вот это серьезно, ребят. Вот это очень серьезно. Нельзя, нельзя, нельзя. Оствинд. Кстати, еще Оствинд заезжает. Вот вопрос, есть ли мины. То есть вот я бы так Оствиндом выехал, если бы у меня были мины. А, он выводит на шреков выманивает. Хорошо, хорошо. Все правильно. Выманить на шреков. Уберсольдата надо ступить. Есть Минен. Минен бирает. Отойти, отойти. Ой-ой-ой, только не на мину, на свою же мину-то. Так, отойти, отойти, все правильно, развести, развести, разводит. И неужели поедет, неужели поедет? Да, поедет! Ой-ой-ой-ой! Нет, 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 не едет, не едет. Опасно, опасно, понимает, что что-то там неладное, что-то там неладное. Да-да-да, вот пантера поехала. Зафокусить. Нет, 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 сейчас опасно. Под диской, опасно назад. Ой, серьезно. Пантеру-то надо отвести. Назад. Ой. Это кто так долбит-то? Это что там? Да, был потерян у нас отряд немцев. Опасно, опасно. Сис Барбарис по Оствинду. Еще Т-34-85 заезжает. О, какая здесь атака. Сколько советских танков. Просто невероятное большое количество. Да. Здесь... Ой, шреки. Как здесь шреки тащат? Ну как вот возле надера со шреками тащат? Ребят, просто невероятно. Просто невероятно. Опасно, опасно. Разрывается мина. Проход открыт, можно заехать спокойно танками. Да, вы знаете, вот сейчас, конечно, я не знаю, ну, очень круто здесь отвоевались бой с гренадерами со шреками. Почему? Потому что, ну, для Т-34-85 это на самом деле вообще не панацея. О, хорошо. Ох, как хорошо на отступлении. Да. Ну, чуть не потеряли аж 3 отряда. Просто интересно. Да,
вот сейчас все правильно. Разводить, заехать. Хорошо. Да, ну и вы знаете, совет это... Нашли. Ахиллесовую пяту. Пока не получается пехота оберкоманда В здесь хозяйничать. Пупхин у нас не такой большой рейндж имеет. Вынужден он прикрывать только один подход. Остальное сделают Шреки. Ну и потихонечку вот так вот, да, воевать потихонечку, помаленечку. Заезжать, выезжать. Ой-ой-ой, зачем здесь Т-34 заезжает? Зачем? Ну, сейчас его заберу. Сейчас его заберу. Раз, заберу. Два. И еще. Ну, да, минус. Хорош. Минус один Т-34, 85. Есть еще три. Ничего страшного. Пока еще не критично. Не критично. Все. Вы знаете, вот мое сугубо личное мнение, что очень много пехоты было потеряно, и в конечном итоге даже не хватило этой пехоты, чтобы просто хотя бы занять вот хотя бы нижнюю. Тем более можно было бы, допустим, 2Т-34 оставить наверху, 2Т-34 внизу. И вот держать, то есть центральную отдать, грубо говоря, немцам, а самим держать фланги. Вот это было бы нормально. И, кстати, пантера здесь отчиненная была. А, вот оно что. Я думаю, что так быстро? Анал Карнавал. Ну, типа того. Да, ребят, по очкам берут Джофф Магиканин игру. 2-0. Не знаю, по каким правилам идет здесь игра, но... Извините, ребят, я очень сильно устал просто, извините. Что-то у меня аж, блин, даже голова не думает, не соображает. Молодцы, молодцы, на самом деле. Анал Карнавал. Класс. Вот это игра. Вот я прям, я проснулся даже. Несмотря на свою усталость, я проснулся и мне стало хорошо. Ну, я сейчас, кстати, статистику по поводу топ-500 свою не обновлял давно. То есть, есть вариант, что я уже там опустился. Мы же с Серегой не играли уже, наверное, недели 4. Ну, сейчас куплю видеокарту. Вы будете такой стрим смотреть. Просто охереете, ребят. Так, давайте сохранить повтор. Спарта. ВС. Go Hard Like. CF. CF. G2. Вот такие дела, ребят. Ну что, круто. Давайте, давайте, в общем, сейчас... Hello, Иван. Спарта сыграла с Харт, да. Давайте Сереге позвоним, что ли, с ним пообщаемся. Серега, привет! Привет, ты на стриме. Всем привет. Как дела? Никто не болел. Ну ты просто, вы их в муку просто, не знаю, укатали. Болеть можно за всех, или за дружбу, или не за дружбу, не знаю. Все свои, поэтому такие дружеские матчи. Да. Ну безусловно. Будем смотреть, как Маза сливает игры на максимальном графоне. Будем. Да, остался еще, конечно, финал. Посмотрим. Я не знаю, кто там выпадает. Да, когда финал будет? Сегодня? Ну да, вот все, сейчас ждем. Ждем вторую пару, они сейчас отыграют, и все, финал. А, ну то есть круто. Ну то есть у тебя опять сегодня бессонная ночь, я так понимаю. Ну, я надеюсь, что нет. Время еще только пол одиннадцатого. Ну, каких полотенц? На... А, у тебя на час вперед, да, идет у меня? Чего? А, подожди, полдвенадцатого. У тебя сейчас полдвенадцатого. Они сейчас сыграют как минимум, я думаю, час. Ну, это надеюсь, что это не затянется, как
Как тогда до 6 ну, утра. Вот вы будете опять клевать, и вам самое тяжелое достается. Ну ладно, расскажи, Серега, вот, да, ребят, если кто не понял, что мы общаемся с победителем этой игры, которую мы смотрели, Серега, я его Серегу все время называю, ну, на самом деле он последний из магикан, а так как у него длинный никнейм, мне все время проще его... Просто Серега, короче, да, просто либо магиканин, либо Серега. Серега, ну ладно, расскажи твое еще впечатление о турнире, то есть, вот как... Ты непосредственный игрок, твои впечатления вообще? Ну, вообще я могу сказать, что вот это вот хорошая идея проводить турнир в один день. То есть все пришли, отыграли и все закончилось на этом. Это очень хорошая идея. Вообще я очень хорошо отношусь к любым попыткам и организациям такого рода. То есть молодцы ребята, что сделали турнир. Может быть, нужно его не распиарили, поэтому не так много команд. Ну, все, кто хотел, кто увидел, пришел. Все играют, все довольны, наверное. Я думаю, ты очень довольны. А вот скажи, пожалуйста, ты тебе вообще как вообще вот противник, с которым вы играли сейчас? То есть насколько вот сильные были ребята? Ну, мне сложно говорить, как бы насколько они сильные или слабые. Ну, мы как бы не напряжно играли, просто делали то, что всегда делаем, играли. Ну, непонятно. Не скажу, что какие-то сложные бои были, да, бои были не сильно сложные, но ребята молодцы, играли в принципе плохо. У них были ошибки, конечно, в целом игра хорошая, но были ошибки, то, что они отступали вовремя, теряли очень много они пехоты, и в итоге у них не осталось ничего просто. Да, у них на самом деле был шанс. Они вначале неплохо начали давить. То есть вот, если видели, да, то есть это всегда проблема вермахта ОКВ. Да. На начальной стадии у вас не хватает войск просто, чтобы отбить противника. И тут два варианта, либо штаб и пополнение, потому что иначе вас продают, ну, как мы сделали. Вот, ну и в дальнейшем, чтобы вас там не задавливали какими-нибудь 120-ми, нужно делать ракетоверфер. Ну, все сами видели. Ты знаешь, они на самом деле хорошо то, что вначале действительно начали поджимать. Ну, мне кажется, не это хватило. Это основная игра, да, перебил да. тебя. Основная игра за советов, она должна быть на давлении. Вот, соответственно, нужно давить везде по всем флангам. Вот, и чтобы не так, что там я лючисом уже там на базу заезжал. Ну, конечно, там моя ошибка была, я потерял. Ну, да, ты уже расслабон. Ну, да, такой. Да, я уже как бы не напрягал. Уже видно, что у тебя, у экипажа, у ребят, у них пилотка такая немножечко покосившаяся такая была. Уже клёш ну, такой сильный пошел там. То есть, ну, видно, что ребята уже немножечко о другом думали. Ну, вот, может да. быть, как бы. Тут еще, когда, конечно, тебя выдавливают на базу за советов, это очень сложно потом с нее выбираться. Там, вермахтом у кого это все равно попроще делать. Конечно, намного. Но опять же, смотря до какой стадии они бы успели, им не нужно было ждать 3-4-85, это самая большая ошибка, которую обычно люди делают в такой ситуации. То есть, если вас продавливают, и вы не держите ни одну звезду, надо было выходить в Катюшу. Мы там очень хорошо кучковались, бывало, и...